Здравствуйте, дорогие мои зрители и гости моего канала. С вами Татьяна Егорова-Речкалова, город Ростов-на-Дону. Хочу представить вашему вниманию новую посылку от мастера Оли, город Асбест, фирма Бастет. Итак, давайте вместе это все посмотрим. Синий звездчатый сапфир. При таком освещении, вот смотрите, у меня две лампы матовые, его не видно, но вот на солнце он будет у вас именно вот так выглядеть. Размер 16,5, овал 11/9, сапфир звездчатый Шри-Ланка, 6500 рублей. Вот в таком замечательном обрамлении. Шикарнейший гелиодор, великолепнейший камень в огранке, вес 3,5 грамма, 17 размер, вставочка 16 на 5,5 миллиметров, вес вставки 2,8 карата, гелиодор Забайкалье 6500 рублей. Славные, вот славные пусетики. Красота из красот. Давайте вот так покажу. Так, вес 1,2 грамма. Смотрите, пусеты на резьбе. То есть все у нас закручивается. Квадраты 3,6 на 3,6, 0,55 карат. Берилл Средний Урал. Цена 5000 рублей. Рубин натуральный Шри-Ланка, 17,5 размер, диаметр 5,1 миллиметра, 0,8 карата. Смотрите, вот такое замечательное, очень нежное колечко. 4500 рублей. Вес изделия 1,4 грамма. Так. Это сапфир звездчатый Таиланд, 19 размер, диаметр 13 миллиметров, 4500 рублей. Вот в таком исполнении, 7,7 грамма. Давайте попробуем на него направленным светом. О, красота из красот. Гранат Пероб, Якутия. Обладает сменой цвета от оранжевого до темно-вишневого. Смотрите, вот так он выглядит изнутри. Шикарный камень. Значит, такой размер – это очень большая редкость. Ничего лишнего, только камень. 19,5 размер, овал 20 на 14. Камень коллекционный 20,4 карата. 9900 рублей. Колечко 8,3 грамма. Турмалин Верделит в прекрасном исполнении. 18,5 размер, диаметр 7,5 миллиметра, 1,8 карата. Шри-Ланка 7000 рублей, вес кольца 3,8 грамма. Великолепнейшее кольцо, шикарные камни, ну что сказать, камни, вот, ну, вы сами видите, ничего не буду говорить, 4,5 грамма, вес колечка 18,5, 5 на 5, все камни миллиметров, гелиодор, берилл Забайкалье, Средний Урал, 11 тысяч рублей, шикарное кольцо.
Третий ряд. Вот это великолепие, конечно. Ну, что там говорить. Вживую опал на порядок ярче, чем показывает его камера. Был у меня такой комплект. Ну, вот сейчас вот Оля предложила только колечко. 18,5. Размер, овал 12,5 на 9, диаметр 1,6 миллиметра, это демонтоиды, 1,8 карата, это у нас с вами опал. Натуральный, коллекционный, демонтоиды, опал Эфиопия, демонтоиды Урал, 27 тысяч. Так, еще коллекционные камни. Синяя шпинель. Колечко 2 грамма, 18,5 размер. Квадрат 3 на 3. Шпинель синяя, натуральная Индия, 4900. К этому кольцу есть вот такие серьги. И пришло это, эти изделия пришли как комплект. Вот так. Выглядят серьги в профиль. 2,1 грамма. Вес одной серьги. Ну, 1 грамм. Шпинель синяя натуральная Индия. 5300 рублей. Вот такая красота. Сказочный аквамарин. Просто фантастического качества. Все перед вами. Вес 7,8 грамма. 19 размер. 29 на 10 миллиметров. 9,5 карат. Аквамарин белый родий. Значит, кольцо в белом родии. Это серебро, соответственно, и покрытое белым родием. И аквамарин Забайкали, 25 тысяч рублей. Камень коллекционный. Ну вот у нас, видите, в подборке почти все камни коллекционные. Вот такие серьги. Кто хотел, все, пожалуйста. Камни коллекционные, говорю сразу. Камни на порядок ярче, чем их показывает камера. 22 тысячи стоимость серег, занижение штифта 6 миллиметров. Вот так выглядят серьги в профиль. 28 миллиметров, 5 на 5, 4,2 карата. Берил, гелиодор, турмалин, Средний Урал и Забайкалье. Месторождение. Вот такая красота. Значит, к этим серьгам у меня есть великолепнейший браслет. Если вдруг кому-то посчастливится купить это все комплектом, ну, поверьте, вы не будете разочарованы от слова совсем. Красота из красот. Значит, от 18 до 20 размера. Смотрите, вот такая здесь удлинительная цепочка. Овал, простите, квадраты 5 на 5, 5,5 карата, берил, гелиодор, турмалин, Средний Урал и Забайкалье. 32 тысячи стоимость браслета. 10,9 грамма стоимость, простите, вес изделия. Вот так будет на вашей ручке. Ну вот на этом и все на сегодня. Будьте здоровы и всего вам самого-самого доброго. С вами была Татьяна.